Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка бежит. Александра Яковлева зашла в гримерку на минутку подправить макияж, но задержалась у зеркала надолго. Александра Евгеньевна, извините, но актеры уже 2 часа вас ждут. Подождут, не развалятся. Валентин Гафт так вообще в бешенстве. Актриса снова повернулась к зеркалу. О дурном характере Александры Яковлевой ходили легенды. Иногда вдруг раздается звонок, и она начинает кричать: я не понимаю, в чем дело, Саша, что случилось? Больше никогда, никогда мне не звони, никогда. И бросала трубку. Яковлеву за глаза называли ураганом. Но мало кто из окружающих мог его выдержать. От актрисы сбегали коллеги, друзья и даже мужья.